Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать в ютубчик. Тем более, что у нас подъехала новая часть по Far Cry 1. Bad boy is a game! Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает, где я. И может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. В общем, ребята, мы будем сейчас гонять по островам. Высадиться на первый остров мне предлагают. Все, понял. Нам нужно взорвать какие-то штуки. Так, по стелсу работаем. Смотрим, что их тут только двое. Так, наверх нам туда не забраться. Здесь проверяем. Какую тревогу? Ну-ка, стоять! Ты куда побежал? А можешь что-то предложить? Я бы не отказался. Так, ну тревогу вроде никто не успел нажать. Соберем здесь припасы. Так, входит тут еще один. Блин, серьезно. Так, нажмем Б, посмотрим. Слушай, вроде поблизости никого не вижу я. Так, где-то здесь найти надо нам. А, отлично. Окей, я нашел. Отлично. Иди по компасу, Джек. По компасу? Так, ну здесь больше никого не вижу я. Можно еще у этого собрать патроны. Блин, а где его убило? Где-то вот здесь он. Так, две лодки тут гоняют. Какого-то хрена. Ну вон, нам на ту антенну стопудово валить нужно. Ну-ка, где мы? А, мы все? Разобрались со всеми? Ну тогда... О, еще одни. Красавцы. Блин. Чуть пониже. Найс. Сколько патронов? А, ну у меня патронов отлично. Можно, в принципе, использовать. Так, хочу вот здесь высадиться сначала. И глянуть, как там вообще обстановка на том острове. Четверо. Четверо здесь. Так, и тут у нас чисто. Нет, назад, назад. Ага, не застряли. А, серьезно? Ну давай, давай, я верю в тебя. Фиг ее столкнешь, да?
Нет, смотри, толкается. Ну давай, давай. Я нажимаю F, и она прыгает. Так что вам на заметку, если застрелили на лодке, просто попрыгайте на ней, и все получится. Так, просто... А кто? А вообще сзади? Ну привет, блин, взял всю броню, мне снял. Чертяга, блин. А чё, где ребята там? За чертовщина. Это я. Это не чертовщина. А ты куда собрался, молодой человек? Молодой чебурек. А ты чё? На чё ты вообще рассчитывал? Здорово, мужики! Отдохните, прилягте, отдохните. Ты должен установить взрывчатку на передатчик помещения постовой антенны. Это обрушение. Где ты? Да, блин. Все? Вроде все. Больше здесь никого нет. Заберемся, поглядим. Оглядимся по сторонам. Вроде чисто. Можно заходить. Так, с какой стороны? Вот с этой. Слушайте, тут аптечка, броня. Это круто. Взрывчатка. Минус первая башня, готово, вышка или решать? Что это? Погоди секунду. Вот она, к северу-западу от тебя. Всё, погнали. Тут для меня даже лодку оставили. В принципе, так. Так, но мне на этот остров не варик выезжать. Мне, по идее... Ага. Не через мосты. Мне вот сюда можно сразу, в принципе, ехать. Так, здесь у нас одна моторка гоняет, да? И все. А, ну она, в принципе, там патрулирует. Так что вообще на нее пофигу. Здесь вроде я лодок никаких не видел. Меня кто-то спалил. Эта лодка меня спалила. Давай, come here. Как же они ракетницу используют? Да серьезно? Все. Найс. Да, ракетница это... Не шутки шутить. Так, эти вроде там ничего не заподозрили. Так, меня тут палит. Нет, это труп. А кто по мне стрелял еще? Вот он.
Блин, я понять не могу. Кто-то. Не, это РГ. Это реально с ракетницей, блин, входит. Взять его! Я. Блин, так я вообще без ХП остался. Может, там есть ХП? Как вы думаете, имеет смысл туда сходить? Так, ну вроде тут чисто. Ты слышишь? Блин. Да ты чё, блин, какой-то бронированный. Так, предлагаю спуститься вниз. Во-первых, потому что у меня очень мало ХП. Да, либо просто умереть и начать заново. Откуда мы начинаем? Ого. Так, ну ладно. Мы зато теперь знаем и прошадины, как тут лучше поступить. Так, а кстати, а что за лодка-то за нами гоняла? Это вот эта серьезно лодка за нами гоняла? А то есть она меня спалила? Ага. Стрелок года. Ну точно не вот это. Хотя, фиг ее знает, может быть и она. Та лодка вообще куда-то улетела, уехала. Ее не видно. Кстати, вон третья вышка. Подожди, у меня наши лодки крендец, а что с ней? Почему у нее нет ХП? Так, вот крендец пришел. Я вот фиг ее знает, идти по стелсу или что? Так, но меня все равно сейчас тут будет видно. Только тихонечку так по кустам, по кустам. Да, меня все равно видно. Только не ракетница. За камнем сидит. Выходи давай, матрос, блин. Еще один. Да, вроде все. Вот теперь мы грамотно зачистили. Я слышу, кто-то здесь ходит. Так, мы грамотно зачистили, теперь можно идти. А, ты живой остался? Какую ты нахрен помощь еще приведешь? А ты куда это сказал? Просто так, в руку. Это, здрасте, добрый вечер, я диспетчер. Все, мы его убрали. Тут больше никого нет. Можно спокойно передвигаться.
Там мы, главное, ракетницу убрали. И все, и четко. Четко. А нет, вот. Привет, это я. Это я, все верно. Что творится? Это я пришел. Ты жив? У тебя друг лежит без сознания. Что значит жив? Так. Собрался он ехать. Давай-ка полежи, притормози. Так, ну тот далеко гоняет. Тут есть еще кто-то, кто бы хотел пообщаться? Да. Крадется. Все? Вроде все. Пойдем взорвем. Я как понимаю, нам все равно... О, тут еще броня. Заберем. Взрываем. О да, люблю запах запала по утру. Где следующее? Слушайте. Ты приколист, Карвер. Я помираю со смеха. Тут есть... Последняя антенна находится к северо-востоку от тебя. Пошевеливайся, они высылают подкрепление. Угу. Тут есть этот... Параплан этот. Но... Мне кажется, что будет по стелсу безопаснее на лодке. Только есть одно но. Мне надо сначала, наверное, тех снять, чуваков. Так, ну здесь больше никого нету. Так, у тебя можно патроны собрать. Патроны мне пригодятся в любом случае. Лодка на цепи. Все. Больше там никто не ездит. Так, мы сейчас с тылу к ним зайдем. Так, больше у меня ракеты вроде не летят. Так, на меня... Будто кто-то палит до сих пор. Кто меня палит? Я сейчас не охренел. В смысле, он с первого раза в голову не умер. Давайте по одному. Блин, ну куда ты спрятался? Давай, выходи. Серьезно, я вот здесь. Ты где? Вон он. Так, меня уже атакуют.
Уже с вышек начали атаковать. А, я еще не так полез. Ай. Так. Подожди, на меня кто-то смотрит? Фига себе. Так, потрошки. Жи, у тебя же винтовка была. А, я подобрал, да? Я подобрал, потому что у меня было оставалось 13, а сейчас 14 осталось. Да, кто-то по мне там уже стреляет во все. Ага, я вижу даже кто. Ой-ой-ой-ой, я понял. Я же отошел, в смысле на меня коцает. Так. Сначала мне нужно от этих молодцов избавиться. Так, еще один. Так, я его убил или нет? Да в смысле я его не убиваю? Охренеть! В смысле я в него вообще не попадаю? Попался! Все? Так, у меня мало хп, мне нельзя, чтобы по мне попали. Так, меня кто-то палит. Кто палит? Не могу понять. Все. А еще! Так, вроде все, со всеми здесь разобрались. Так, мне нужна аптека какая-нибудь. Здесь что-то есть? На, какие-то только... Показалось. Блин, мне нужна аптека. Блин, я что, здесь сюда бежал? Тут что-то есть? Тут только бочки. Это не есть хорошо. Я надеюсь, где-нибудь тут сверху что-то я найду. Или хотя бы броню пособираю. Патронов у меня достаточно. Так, вот эти будки. Скажите, что тут есть. Хоть что-то. О, есть ХП. ХП это хорошо. Так, окей, здесь ХП, а здесь броня. Нет, брони здесь нет. Так, это... Это что такое? Ну-ка, подожди. Это какая-то новая, что ли? Слушай, я... Ну-ка я с этой побегаю. На 40 патронов. Так, наверх я не побегу. В принципе, я ХП восстановил. На этом КамАЗе можно ездить? Так, и мы сейчас просто на этом УАЗике долетим. В принципе, там, скорее всего, будет броня. Блин, показалось, что в меня ракета летела. Так.
Неудобно стрелять в горку. Что? А где ты? Спросил, что? Выходи. До конца договаривай. Все, минус три вышки. Закончили? Погоди-ка минутку. Странно, сигнал все равно не проходит. Кроу установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, к западу от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Подожди, я слышал чьи-то голоса. Так, а вон и корабль. Вон и корабль. Так. Сейчас заценим, что там по народу вообще. Нет. Охренеть, меня спалили. Так, а что такое зеленое показано? Это что? О, блин, куда я пошел? Понял. А, в меня ракета летит. Так, и кто там в меня ракету запускает? Нет. Еще? Да сколько у вас там ракетчиков? Так, ну все вроде, да? Так, ну вроде все. Но машину мою... хорошо охраняется, но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на топливном баке. Должно сработать. Ее еще где-то надо взять. Взрывчатку. Так, здесь кто-то еще живой один. Что здесь произошло? А, еще есть. Все? Корабль можно запустить? Так, это что сейчас было? Кто-то еще живой, да, один? Нет, вроде. А, это у меня корабль там взорвался, лодка взорвалась. Так, короче, сейчас будет битва с боссом. И нам лучше взять вот эту штуку. Че, 4 патрона, да? 4 заряда. Так, тогда... закладываем. 25 секунд. 25 мне надо секунд. Уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Давай проверим.
Ну что там, будешь взрываться? Все, я закончил. Все. Пора сваливать. Кто-то приближается. Черт, это Гроу! Не волнуйся, я с ним разберусь. Так, он там на вертолете будет. И нам нужно будет засадить в него. Он с пулемета по нам будет стрелять. Ты за это заплатишь, Карна! Твое маленькое путешествие подошло к концу. Так, и нам нужно будет сейчас... На секундочку, у меня не осталось КП. Так. Где он? Вон он. Ну и все. Окей, давайте вторая попытка. Так, винтовку скидываем. Это поднимаем. Все. Бежим, ставим бомбу. 25 секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Так, может быть, есть какая-то другая тактика, конечно, ведение боя с ним. Просто на открытой поверхности точно не варик оставаться с ним. Он нас точно убьет. Фиг его знает, куда здесь свалить. Все, я закончил. Пора сваливать. Он приближается. Черт, это Гроу! Не волнуйся, я с ним разберусь. Ты за это заплатишь, Карна! Твое маленькое путешествие подошло к концу! Давай по... Ай! Давай еще не багайся здесь. Попал? Попал. А, вот это я промахнулся, да? Один раз точно промахнулся. Но они уже дымятся. Это хорошо. Все? Да ну! Со второго раза! Блин, да он... Он до сих пор стреляет! Он что, псих? Так, и наша винтовка... Наша винтовка, все, с ней можно попрощаться. Он выпрыгнул, плывет по Гао. Чего ты ждешь? Вали его! Сначала я подберу тебя, Гроу пойдет на корм акулу. О, извини, слушай. Шик, но мне нужна важная информация из спауна моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проверю... Я здесь стану! Как бы. Найти этот спаун при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь спаун. Что ж, ребят, глава пройдена. Босс повержен, но еще не совсем. Еще придется нам с ними встретиться. Спасибо всем за просмотр. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.